Значит, имеется бассейн, имеется насос стандартный. Значит, молотит он сейчас. Забирает, отдает. Суть в чем? Нашел кабель, блок питания, удлинитель. Ну, если будем идти по кабелю вот так вот долго-долго извилисто, мы приходим к беседке. Вон кабель лежит. Лежит. Ну и приходит, собственно, сюда. Тут у меня по полной все эксплуатируется, и болгарки, и все на свете. Потребляет он сейчас 52 ватта. Надеюсь, там видно. Выкупил черного шланга. Просто для сравнения размеров. Здесь 20 метров, здесь 20 метров. Планирую сделать подогрев солнечный для воды, там, для душа, для бассейна. Вот как это выглядит, это просто для прикидывания размеров разложил. Решил не мудрить всяких пирамидальных, там, как в интернете на YouTube. Больно это сложно. И сложно даже не в том, чтобы изготовить, а сложно в том, что потом закрыть. Тем же самым поликарбонатом будет проблема. Когда же плоское, просто делаем основание и закатываем поликарбонатом. Ну и покажу, конечно, как это все будет выглядеть. Ну, естественно, как работать. Значит, сделал такую небольшую прикидку. Вкинул шурупы, чтобы прикинуть реальный диаметр после того, как пойдет давление. В общем, диаметр круга. При этом промежутки. Диаметр круга при этом вырос уже где-то на 5 сантиметров. Ну и надо с запасом взять, потому что вода и температура еще разобьют. Это я просто прикидываю размер коробки. Значит, такая вот наброска. Собираем рамку. Рамка с запасом везде по периметру. Потому что шланг раздуется еще. Неизвестно насколько. Вот. На этой стенке он будет лежать, то есть наоборот это разворачивать надо. А с обратной стороны, ну там будем, короче, по факту. Пока так. Вот такая вот довольно сложная рамка, может чуть-чуть переборщил, не знаю. Но я же всегда не могу просто сделать. Короче, это задняя сторона, то есть это все надо развернуть в обратную сторону. Вот, что еще? Блин, куча свободного места. Не знаю, просто жалею денег. Можно было бы еще почти 20 метров тупо закатать в свободные места, заложить. Наверное, не буду выпендриваться. Это все еще раздуется, расползется, поэтому неизвестно, как человек, ну, в итоге получится. Ну вот, примерно пока так. Значит, предварительная наброска. Вот такая. Все внутри черным. Рамка, то есть, ну, как получилось. Черная, черная. Сама рамка уже за цвет, извиняюсь, что было. Не надо подкалывать. Вот предварительная версия такая примерно. Вот такая вот предварительная версия. Здесь просто кусок провода с обратной стороны закручен. Здесь на винты раскинул, потому что путается постоянно. Конечно, это все будет закрыто. Ничего путаться не будет, но пока так. Как-то все сзади. Ручка для переноски. Значит, два между собой соединяются таким соединителем. Ну, соответственно, вход-выход в любом порядке. Вот. Подставка на петле. Регулировка где-то от 35 до 50 градусов. Ну, то бишь, выше поднимаем, меняем угол. Или ниже. Ну, чего-чего нету. Погоды нету. Тестировать. Вообще никакой погоды. Вот она такая. Ну вот что получилось. Зашито поликарбонатом. Стоит сама на подставочке. Сбились все мои округлые формы, когда вода залилась. Вес воды сказывается.
с остатков поликарбоната делал, поэтому из кусочков, ну как бы так, пока пойдет. Вот, как это все выглядит.